Привет, дорогой друг, добро пожаловать на мой канал. Я Лизун Кобзон, и сейчас вы увидите нарезочку игры, которую вы видите за мной. Я в нее играла для себя, играла с моим братом. Решила, почему бы не включить запись и потом это все как-то смонтировать, там какие-то прикольные моменты, потому что они бывают, иногда нет, иногда это все очень печально. Но решать вам, понравится, нет, а пока наслаждайтесь, приятного просмотра. Внимание, мы теряем цель АИС. Происходит. Офигеть. Не убивай меня, спасибо. Вот это да. Просто. Ты где умерла? Это жесть. Я опять четверых просто разложила. И потом пятого еще сверху. А нет, значит троих разложила, и потом четвертого сверху. И прилетел самолет. И укаракатил меня на А. Боже мой, ты бы видела это. Боже, я опять их всех. Что? Они посыпались просто как грибы после дождя. Защищайте эту гребаную. Бабуба. Слушай, я тебе советую оттуда валить. Тут такое месиво. Кто я такая? Чтобы уходить от опасности. Да зачем? Тебя же там укаракатят. Да-да-да. Что я могу еще сделать? Они вон там. Да, я убил их двоих. Чё, пес прямо передо мной поднимает чувачка? Это что за... Бежит! В яму прыгнул. Убили его, походу. Да. Господи, я только умираю. Я вообще ничего не понимаю. Поднимаю. Спасибо, что здесь прекрасные лекари. Я надеюсь, у них в жизни все будет прекрасно. У них будут все здоровы, живы. И жить они будут 150 тысяч лет. И никогда не умрут. И не будут испытывать каких-то трудностей в жизни. У них никогда не будет никаких болезней. Короче, дети все здоровые, умные. Самые вундеркинды. И вообще... Где мое укрытие? О, господи, я из автомата в упор не попал ни одним патроном. Подождите, где мое место? Вот он. Они окружили, короче, они уже со стороны моста. Я потерялась. Я не думала. Я потеряла мое место. Поэтому все пропало. Ну, тебя кто-то поднимает, нет? Нет, бежит ко мне, сейчас все поднимает. Блин, этот Карадаст, он вообще. Это самый лучший. Дай мне встать у тебя. Я ляг. Пытаюсь, я лежу, все. Я долго не продержусь. Блин, моего лекаря убили. Когда Каппадастр, пожалуйста, пожалуйста, ты справишься. Меня подними, меня подними, меня подними. Спасибо. Ну блин, они на мне все. А, все нормально. Я думала, все лекари на мне умирают. Секунду, там, а, меня не... Ой, танк! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Раз, хорошо, прямо мне под пушечку. Ой, я убила кого-то! Блин, жалко не танк. Если дома разрушить, мне кажется, тут... Нет, он уехал за гору. Да-да-да-да, вот он. Оп, хорошо попало. Ой, хорошо попало. Ой, хорошо, убила двоих и танк. Ой, как хорошо пошло. Ой, как хорошо. Ай, сладко, как сладко. Голова и смерть чувака. Блин, да я вообще кривожопая, просто я не могу. Ой, попала. Я беру свои слова обратно, простите. Ну, конечно, перезарядка, естественно. Как можно прокачать, чтобы в обойме было больше патронов? Я не понимаю, это, мне кажется, должно быть первым пунктом прокачки оружия. Давай, выходи, я даже дыхание задержала. Давай, выходи. Ой, 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 ой. Какая сладкая, прям, прям чувствую на губах сладость от его крови.
Ой, хорошо. Какая ты кровожопная. Ой, хорошо. Ну он меня убил. Ой, он внизу, вон внизу. Ой, 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 ой. Он внизу, внизу. Еще одна черепунделя. Ой, Лиза, я падаю, лечу к тебе, к тебе. Сейчас. Я все еще падаю. Да, ты все еще. А, все, тебя поднимаю. Тебя даже в дым. К тебе два чувака побежало сразу, и я третья. Я не понимаю, давай, можно что? Мне такое же вот обслуживание в этой игре? Я понять не могу. Служение в номерах? Да, только обслуживание в этой игре. Чтобы рядом со мной всегда двое лекарей и один ты был. Вот я вообще буду просто рада. Да, вот, убили его, убили. Я его чпыхнул. Он, видимо, лечился. Да, но не помогло. Да. Мне кажется, ему нужно менять страховую компанию. Он вон там, за домом. Опять камень! Надо... Ой, Лиза, меня... Ой, какая сладость пошла! Ой, 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 опять. Чувствую, быстрее, чувствую. На открытом месте. Закон кряжа. Закон кряжа, вот, вот. Я говорю, наверное, видосы мои посмотрели, все. Господи, я застрял. Опять за камень, за камень, за камень прибежал. Вижу. Не попало. Перезарядка долбанная. Ай, убил, ни хрена себе попал. Блин, ну я хорошо лежу. Давай, подожди. Я мертвый. Я понимаю, подожди, может я сейчас... Вот, Лиза! Дом лекаря, блин. Из меня кровь хлещет! На помощь! Я на Б, видимо, лекарь. Ну, из-за нас я все похерила. Имейте в виду, мы потеряли цель. Играли, играли, и под самый конец... Помогите, кто-нибудь! Мы решили умереть. Да. Врача! Не будет у нас счета лучший отряд. 10 метров! 10-80! Только не говори, что тебя подняли. Меня нет. Блин, он просто... Он уже дым пустил, ты понимаешь? Он уже пустил дым на наши трупы. На мой. Блин. Если бы ты сразу подняла мою, да, то ты бы умерла, и я бы тебя поднял. Да. А что ты там пыталась? Там чувак-снайпер был хороший очень. Он меня мгновенно в голову попал. Он мало ли, я хотела себя обезопасить, чтобы не убить, чтобы не... Так и я хорошо лежал, меня было хорошо. Вообще... Хорошо. Ну, блин. Статистика. Да, давай, статистика. Вот, блин, соотношения вторые. Были бы первые. А я первый, я первый. Ага. А были бы первые оба. Да. И целый отряд был бы первый. Вот отсюда и фигарь там по точкам. Просто видишь красные точки и дубасик. Блин, она А ты по очереди, не очереди. Просто выкашиваем пацанов. У нас дома будет лифт. Ты от третьего стреляешь? Нет, от первого. Ну, мне так удобнее. Иди сзади, подойдут кто-нибудь. Ладно. Ой, что я делаю? Как там? Как? На танки только не обращай внимания, потому что они иначе против танков. Да блин, кто-то так... здесь, кто-то да здесь. Да я знаю, меня пустить дуло, наверное. Он, вот он. Перед нами. Все, помер. Блин, у меня 62 патрона осталось. Если что, починить. У тебя есть обычный пулемет, это его этот край. О. Боже, я подумал, это наш. Я главное тебе поворачиваю на него. Так просто над ним была синяя штучка от пацана, который был на А наш. Я подумала, что ну он стоит, в нас не стреляет, думает, ну, хочет залезть, наверное. Да нет. Да как ну. Хватит ездить, а? Я могу пострелять. Снайперов какой-то. Ой, убил двоих сразу, офигеть.
На мину наехал. Чё она не чинится? Блин, серьезно? Надо только снаружи чинить? Я тебя дважды спасла. Так. Ой, умер случайно попался. Так а кто это сделал? Господи, да боже мой. Что это такое? Не знаю, смерть. О, меня подняли. Опа, давай. Помогите! Я чуть в низине. Артиллерия. Вы там прямо, чуваки. Меня поднимите, да боже мой. Давай, на Б, на точку посади свою задницу. Я не могу, я сдохла! Ты меня никто не поднял! Серьезно, я бегу к тебе поднимать тебя. Меня ранит! Лежит труп, блин. Ну я же говорю, что я в низине, а ты пробегаешь опять мимо, бросая мой хладный труп. Давай, чините что, этого. Что, сзади? Убили меня. Да меня тоже, взрывом. Лиза, как так? Ну я бежала чинить этого пацана. Помогите хоть кто-нибудь. Ой, мне надо подзаправиться, я все мины раскидал. Давай. Он за нами, на хвосте. Вот, давай, отстреливай его. А, блин! Но мы его убили. Да, конечно, вон мы втроем падаем. Я его убил. Жесть. О, танк, блин, не успела. Ну, мне понравилось, слушай. Давай, бери. Ну, я не думала, что это можно сделать. Перед нами, перед нами. Что, ага. Ой, за нами. Давай ты, я переднего, ты заднего. Я убила его. Молодец. Я убила. Ты что, сдох? Мы обоим. Только у нас вообще ничего нет. У нас крыла нет. Давай чинить надо. Лиза. Хоть как-то. Ты должен. У нас хотя 70. О, починил. Да, все. Не, нам просто двигатель. Я поняла, да. Слушай, мне понравилось. Ладно. Этот самолет искренне для двоих. Да. Да. Вон самолет, кстати, у нас сзади. Нами потеряна цель Аиста. Где он? Где он? Вижу, все вижу. Да блин, мне никак. Где он, высоко? Теперь не вижу, не знаю. Не знаю где. Сзади. Вижу. Ну сдохни! Да! Это было классно. О, давай на А теперь, Б наши. Ай! Да Лиза! Что вы делаете? Лиза! Жесть! Меня скинули просто! Главное, я вместе с тобой упал. Да. Меня просто взяли и бессовестно столкнули. Давай тогда ты сядешь за руль. Давай. Да это противник или нет? Я не понимаю. Господи, Лиза! Ты чё, да я пытаюсь! Господи, Лиза, ты что, на меня упала? Где ты? Давай, садись. Вылезай. Чини свою макаку. Я пытаюсь спасти тебя, потому что я вижу, что там чел.
Я потом вижу какую-то машину, я не понимаю, это мой, это не мой. Подожди, что случилось? А, не дочинил. Да, я куда-то туда смотрела. Ты, видимо, всё. Икнула. Пойдем. Все? Я буду чинить. Да нет, ты есть, я буду чинить. Господи боже. Ну это выгоднее, мы не потеряем. Так, ты же не можешь чинить. Давай, 30, давай просто заезжай, заезжай туда. У нас 30 человек осталось. Вот там вообще никого нет. Нет, вот наши есть. Все, захватываем, захватываем, тут никого. Тебе нужно чиниться? Давай. Не здесь. Да, блин, меня убило. Мы там еще что-то теряем, нет? О боже, да. Это было весело. Это было прекрасно. Вот изумительная победа просто. Муа. Если б не ты, я бы сдох уже. На этой Ц. Ну блин, почему, почему не мы? Не мы лучше? Ну, а там вот трое ЛРК. ЛРК. 32-17. 32-17, товарищи. 32-17. Ой, я второй уровень самолета сделал. У меня нет вообще никакого уровня. Так, ну я четвертая в убийство при помощи техники. Я четвертая. Мы третьи в общей сложности по раунду, по отряду. И пятые отношения убийств в смерть. И убито отступающих целых 3. Главное, мы с Лизой никого не было. Мы с Лизой заехали, начали все вокруг лупасить. Я не видел, куда я лупаш. Я его чиню в этой лупашне. И как только увидели, что... Причем зенитка. Заехала Лизина зенитка под моим рулем. Заехала на С... И такие, о, зенитка, пошли-ка помогать. И все такие, знаешь, как крысы из углов такие повылезали.